Вітаю вас, шановні слухачі радіостанції київ ФЕМ та глядачі нашого ютуб-каналу. І запрошую до програми Лікар знає сьогодні. У нас буде надзвичайно актуальна і важлива для здебільшого жінок, але чоловіків для чоловіків теж тема. Ми будемо говорити про те, як Правильно схуднути особливо актуально це зараз, тому що на нас чекають новорічно різдвяні свята. Це значить, що застілля постійні. Так, от як за цей період не набрати зайвих кілограмів. І для тих, хто як на його думку вважає, що має ці зайві кілограми, як їх позбутися, про все це ми будемо говорити сьогодні у програмі Лікар знає і з гостем, якого я із задоволенням представляю, це Анатолій Доровський, директор мережі. клінік інтегративної медицини «Смартмед», професор, доктор технічних наук, лікар-реабілітолог та ерготерапевт. Добрый день вам. Доброго дня. Так само всім нагадаю, що у кожного з вас є можливість звернутися за особистою консультацією, повна діагностика вашого організму, в тому числі і на предмет виявлення причин хвороби. А як ми знаємо, що це найголовніше, перш ніж щось лікувати, потрібно з'ясувати, що стало причиною. Звертайтеся, будь ласка, в одну із клінік SmartMed. у Києві. Їх працює дві: одна на вулиці Лютеранській, 16, інша на мостицькій, 9. і дуже важливо... Можливо всі, хто сьогодні до 18 до години зателефонує і запишеться на обстеження, отримає 50% знижки на повне обстеження, комплексне обстеження всього організму. Отже, телефон за яким треба телефонувати 073 503 40 30. Інформація прозвучала на правах реклами. Ну а ми Анатолію Васильовичу не будемо порушувати традиції і почнемо не. з подяки. Так, да, на з подяки нашим збройним силам України, всім тим, хто сейчас на нулі. защищая нашу батьківщину, побажать им здоровья, ангела-хранителя, и за ту, -то им за ту можливость сегодня нам разговаривать о нормальных мирных э -э, вопросах, Ладно. пытаниях, чтоб, дай бог, чтобы все были живы и здоровы, и победа пришла скорее к нам. Так, ну приєднуюся і я особисто, і вся наша команда приєднується до цих побажань, які е, можна говорити щодня, щогодини і за будь-якої нагоди. Повертаючись до нашої теми, от як правильно схуднути, те про що одразу хочу вас запитати, як вам здається, а чому люди хочуть схуднути? От якраз ключовий питання, коли приходить пацієнт, тому що насправді два основних питання, чому люди хочуть? Перше це скажем. эстетический это хотят э, быть моложе краще выглядеть то есть но вопрос антиэйджинга, там как говорится моложавость и прочее достаточно комплексный вопрос mm -hmm. комплексное питание а, бо, тут есть вопросы ментального старения потому что можно в 40 лет э, иметь прекрасное тело все построено все но при этом получить э, иметь болезнь альцгеймера в 40 руки прям. Да, к сожалению, сегодня моложе становится. А, или с рассеянным склерозом у нас, ну, из самых молодых у нас был 21 год и 23 года. Это самые молодые с рассеянным склерозом. Mm -hmm. а, к сожалению, это... То есть это совсем не здорово. Поэтому вопрос ментального здоровья, я думаю, что мы окремую передачу все сделаем окремо. и поговорим. Есть вопрос физиологического, конечно, выйти на пляж, красивым красивом все. Угу. Особенно недаром на женском всемирном. Это же эстетика. Мне кажется, что физиологический аспект схуднения цикулы люди не а важко дыхать. А вот дих... физиологически мы поговорим отдельно это здоровье. Ага. я имею в виду эстетически. А не физиологически, а эстетически, что выйти красиво там в бикини. это же недаром на, как знаете, в том анекдоте, на Всемирном женском конгрессе четыре главных вопроса. Первый, как похудеть, второй, что одеть, третий, все мужики сволочи, и четвертое разное. Так вот, самый первый вопрос для женщин, как похудеть. А проблема абдоминального ожирения, то есть вот пояс безопасности mm -hmm. и висцеральный жир в области талии и там внутри живота, это, конечно, одна из сложнейших задач, которые ее, как правило, ни одним спортзалом не решают. Это очень трудно. И всякие там попытки схудня жесткими диетами, это мы отдельно поговорим чуть позже. Это вот эстетическая задача, а есть задача чисто физиологическая, потому что ожирение... Это один из элементов так называемого метаболического синдрома, который включает в себя гипертонию, то есть повышенная гипертензия, повышенное давление, диабет второго типа, нарушение толерантности к сахару, ишемичная болезнь сердца. И вот это абдоминальная mm -hmm. же, вот четыре фактора. Какое. Начинается все, как правило, с ожирения. И плюс жировая ткань, она сама по себе, это кладезь не только запасной энергии, но это кладезь токсинов. Mm -hmm. а вот это один из моих, как я смеюсь, олимпиадных пытаний до лекарей. Я говорю, а чего в жире откладывается? Они откладываются, допустим, в скелетных мышцах токсины, а именно в жире. Но это связано там с митохондриальной функцией. Не будем вдаваться в биохимию, но именно вот жировые клетки служат источником складирования токсинов mm -hmm. и источником воспаления. То есть элементы жировой ткани они являются одновременно элементами эндокринной и иммунной системы. То есть они выбрасывают так называемые цитокины, это называется, там, вещества, которые вызывают воспаление. Там, интерлекин первый, восьмой, фактор некроза опухоли, вот такие вот вещи, которые, в общем-то, приводят к очень нехорошим последствиям и вызывают хроническое воспаление в организме. То есть в результате Вашка и вашка на лестницу по ступеням Подняться. И так много таких вопросов, которые, к сожалению, ну, я уже не говорю, то, что там одеть приходится балахоны одевать, mm -hmm. чтобы не было видно. Ну, уже... Дивиться, знаете, про что я хочу? Давайте еще называется вот написать. То есть, есть эстетическая причина и есть чисто физиологическая, Физиология, потому да. что. Основна причина смертності это сказати, це сердечна сусудівська а ризики Це ризики для життя. життя. Да, бо бо ну там надлишкова вага. Я я, от давайте от одразу домовимося, хоч ми вже і чверть програми проговорили. Про що ми сьогодні говоримо? Про ожиріння і як схуднути, да коли в тебе вже є ожиріння, бо ожиріння це діагноз. Це якщо я не помиляюся, О, схуднути там... коли потрібно. Коли а, а можна... У тебе э, лишня вага. Ну, Зрішкова зайва вага увага. може бути різною. Може бути зайвих 30 кг і 40 кг може зайвою бути 7 ну, кг. Да, і ожиріння – це коли там оцей індекс вище 30% якщо я не помиляюсь. От ну, да, да, да. да. ну, 25 до 30 це вже, так уже сигнал тривоги, а вище 30% це вже конкретне жрение. Есть прибор, который мертва жира должно быть 10% в організмі, від от тіла. Если у вас там 15, 20, там 30 процентов, к сожалению, бывает, это, конечно, уже не, не, далеко не нормально, и это приводит к очень э, важким наследкам э, здоровья человека. Я просто, от чего я хотела, это, но ну, там, размежевать, да, про ожирение и просто там зайвые килограммы, да, и. Які... зайвые килограммы всегда ходят вместе с лишним жиром. Ну, не бывает по-другому. Начинается висцеральный жир, набирается, потом подкожный жир, э, на седницах, там, на бедрах, на руках. это все идет. Не, не бывает, к сожалению. Mm -hmm. Есть атлеты, которые занимают накачанные мышцы, у них много мышечной массы. Это отдельный случай, мы это не берем. Я беру стандартные 99%. Это без ожирения, это не бывает. То есть это просто, ну, тобто, тілом, то есть, если у тебя есть несколько зайвых килограммов, и если не начать заниматься собственным телом, то перспективы не дуже радужные, да, правильно? Очень не радужные. Не Еще раз говорю, 60% смертей это в Украине это сердечно-сосудистые заболевания. И они во многом связаны с надлежковым вагою. Чего, на вашу думку, и за вашим досвідом, и за вашими дослідженнями, чому з'являються ці зайві кілограми? Чому ми... Дослід... Ну, это нарушение метаболизмов. То есть у нас а, есть... Вот мы едим, пьем, дышим. Две функции решаются. Энергия и строительный материал. Для этого мы должны получать белки, жиры, углеводы. И вода должна поступать. Вот это четыре обмена. Жировой, углеводный, белковый и водно-ионный. Вот нарушение этих обменов плюс эндокринная регуляция должна быть в норме. Потому что если эндокринная регуляция не в норме, же, те же отеки могут появляться, экстраген доминирования барышни начинают набирать и так далее. То есть вот два ключевых момента – метаболическое регулирование и эндокринное регулирование. Вот эти два фактора должны работать правильно. А они, к сожалению, очень часто ломаются. Ендокринне – це, коли ми говоримо про збій в гормональній системі, правильно І через це правильно, бага... правильно, да. понюхав котлету у нас, і поправився, и це Совершенно верно. Потому что у нас регулююча система вообще одна: нейроендокринна нейроендокринно-імунна, і И поэтому нарушение сбой в какой-то либо в ней, либо в, индокрин... в иммунной системе приводит, обязательно зацепит эндокринную систему. Это единая система. От у нас врачи угу. по, по всем напрямкам отдельные, але система єдина. Вот уже в некоторых медицинських вузах сейчас почали читати як єдину систему регулюючу, тому що иначе нельзя лечить человека. Если Якщо ви лечите імунку і не трогає, не заглядывая в эндокрин, нічого не вийде. Ендокринку ви делаете, не заглядываємо, теж нічого не вийде. Давайте ще два слова, перш ніж перейти до ну власне от, от того алгоритму, що потрібно як. От да. як правильно схуднути, я ще хочу про метаболічний цей е, обмін. Синду... Ну обмін, метаволічка да. ось да. е, відомо, що з віком він знижується, так ну тобто, чим е, молодша людина, але не тільки це на нього впливає. Я от хочу, щоб ви дали якісь поради, розкрили якісь секрети. От, от що треба робити от, для того, щоб він є, був в тонус, якому Є до. маленький нюанс: всі чотири обміна. управление всеми четырьмя обменами сосредоточены в печени. Угу. Вот маленький такой нюанс, допустим, камни в песок или камни в почках. Все считают это заболевание почек. Это не заболевание почек, это заболевание печени. Мы убираем песок в почках печеночным препаратом. На месяц человек касаешься на этот препарат, а потом ну, слегка болезненно, но песочек, как правило, уходит. Вот потому что в печени все четыре обмена. Поэтому все, что негативно влияет на печень, начиная с алкоголя, вирусов, паразитов, воспалительных, там, неинфекционных воспалений, это обязательно скажется на всех метаболических регуляциях жировых, какая-то регуляция будет нарушена. Кроме того, что вот в печени есть еще тот же желудок, вот белковый обмен очень важный, это строительный материал, и белков запаса нет в организме. Если жиры у нас накапливаются энергию человек, организм накапливает небольшой запас углеводов в виде гликогена в печени, в мыши, мышцах есть, то белков запасов нет. Мы поэтому должны каждый день получать, а чтобы правильный белковый обмен был, он должен правильно перевариваться, а для этого правильно, допустим, должна быть кислотность в желудке нормальная. Если она снижена, у вас не будет обмена. Если у вас поджелудочная не будет работать, у вас опять не будет белкового обмена. Но еще при этом сразу же слетит иммунная система. Вот это вот надо просто понимать комплекс такой мир. То есть организм очень четкая такая mm -hmm. взаимовязанная система. Не не получится что-то вот одно. Вот мы сейчас вот наладим вот борьба в почках камня, мы будем в камнях там давать, не получится. Mm -hmm. С печени надо начинать. А для цього треба і дуже рекомендують фахівці пройти комплексне і і для профілактики, хоча б раз на рік проходити комплексне обстеження організму. Чекап зараз це по модному а, називається. Зробити це ви можете в одній із мережі клінік інтегративної медицини SmartMed. у Києві. Їх працює дві: лютеранська 16, це неподалік від метро Хрещатика. Також мостицька 9, Це житловий масив виноградар. Телефонуйте, будь ласка, за номером 073 503 40 30. І всі, хто сьогодні до 18-ї години зателефонує, отримає 50% знижки на повне комплексне обстеження свого організму. Інформація прозвучала на правах реклами. Давайте, Анатолий Васильевичу, до найцікавішого, интересного, знаете ли. Как это сделать? Как это сделать? Вот меня вот сразу правильно схуднути, как правильно схуднуться. Ключевое слово, правильно. Вот, знаете к схуднению надо подготовиться как к родам. Вот если правильно хотят здорового ребенка родить и так далее, ведь готовятся там проверить, чтобы не было инфекций. И муж был здоров, и жена была здорова, все дело. Вот к суднанию надо точно так же. Если вы будете пытаться регулировать метаболические процессы на неподготовленную, а что значит неподготовленный Вот Инфекции есть. А инфекции это простейшие, те же лямблии то есть, оттока mm -hmm. желчи нет нормального, паразитарка. Не только, допустим, в кишечнике, но и в печени очень много паразитарных. Это мы беседовали с вами от э, тех же да. суши бары можно получить как говорится, по полной программе. Паразитарные нагрузки воспалительные процессы. Если вы на этом фоне будете пытаться регулировать, то ничего хорошего не будет. Вот эта попытка. И вторая ошибка при схуднении – это когда горят, вот, рекламируют за месяц минус 20 килограмм. Mm -hmm. Убийственно это огромный шок для организма. И в 99,9% случаев вернется назад с плюсом. И очень быстро. Нельзя нормальный процент похудения, когда если вы хотите построить, от 1, максимум до 2%, в среднем 1,5% в месяц от веса. Угу. Вот это организм за это время успевает адаптироваться. У вас не будет кожа та же обвисать. Надо, если вы сбросите, представляете, 20 килограмм. У вас все, конечно, объяснит. Это, что, как на пляж в бикини одеться? Ничего не получится. А потом, что операцию делать по подтяжке кожи это тоже бред. То есть 1-1,5% в месяц это нормально. Но перед этим, прежде чем приступить непосредственно к регуляции метаболических процессов, надо сделать две. Самые, три, вернее, фундаментальных вещи. Это надо убрать инфекционных агентов, убрать все воспаления в организме и дать органоподдержку, чтобы все основные органы работали правильно, плюс обеспечить необходимыми витаминами и микроэлементами. Угу. Вот три главных вопроса, которые надо подготовительно сделать. Когда к нам приходят, говорят, мы хотим похудеть, мы говорим, подождите, давайте мы посмотрим. И очень часто первые месяц у нас уходит как подготовительный. Вот когда ты сделал, а вот нашими учеными украинскими, под руководством Артура Федоровича Лиханова, профессора, биолога, выдающегося, гениально, вот разработаны два препарата, там в основе есть такой... Трава индийская Сильвестр Джермина, но ну, она в Аюрведе используется около 4000 лет. Есть mm -hmm. первые письменные источники 3800 лет назад о ней. Вот на базе ее там, с использованием специальных технологий, и плюс наши украинские травы, те же кульбаба, угу. а, правильно обработанная и правильно ферментированная делается, созданы два препарата. Один препарат как раз для регуляции метаболических а, процессов, а второй препарат для регуляции эндокринных процессов. Это у нас они, метафил называется, эндокринофил 505. И вот эти два препарата, как раз вот те две, когда на подготовленный организм mm -hmm. две регулировки мы делаем, восстановление всех четырех метаболических путей и плюс эндокринная регуляция, нужна восстановление всей эндокринной регуляции, они дают. И плюс мы очень широко сейчас применяем, есть такая чудесная аминокислота, таурин называется. Она условно незаменимая кислота, она вырабатывается в нашем организме. Это из цистеина и... Ой, вылетело. Потом вспомню. Но я вам не потому что да, это да, такие препараты, да, компоненты. Из двух аминокислот она вырабатывается, эта да, кислота. Да. Она условно незаменимая, но с возрастом мы теряем способность ее в достаточном количестве производить. А она решает две очень важных задачи. Одна задача – это улучшение оттока желчи и работы с желчным пузырем. Так сказать, он намного лучше работает. Это один из ключевых вопросов пищеварения, а, соответственно, в ЖКТ. И второе – эта аминокислота, она останавливает, скажем, перекисное окисление там, жирных кислот в митохондриях. То есть восстанавливает, скажем, работу митохондрий. Вот если коротко. А митохондрия это энергия, сила, и тогда все процессы в организме, потому что все процессы в организме в основном энергозатратные. Mm -hmm. Что бы ни делало, синтез белков, там любые синтетические процессы, анаболические процессы они все энергозатратные. А для этого нужна энергия. Энергия наша это митохондрия это АТФ, аденозин трифосфатаза. Mm -hmm. Вот если митохондрии хорошо работают, тогда все хорошо получается. Потому что в любом заболевании всегда есть два всегда. 100% без исключения есть два аспекта: это иммунный аспект заболевания и митохондриальный дисфункция митохондрии. Вот эти два аспекта, если вы решаете, так вот Таурин как раз помогает решать вопросы дисфункции митохондрии. Вот эти три препарата они потихонечку идут, и вот это у нас у нас заходит. Вот если вы хотите к следующему лету, к победе я надеюсь, у нашей Украины выглядеть в бикине очень красиво. И пойти мужикам в спортзал красиво, чтобы девушки на вас смотрели. Вот надо сегодня и начинать. Mm -hmm. Тогда это будет потихоньку, не торопясь. И вы... Ну и важливо я уточню препараты, про которые вы рассказывали. То есть они не спаливают жиры, правильно? Вот на что купуются, так? Это, когда говорят они... спаливают жиры, нет, это, в организме нет такого, что что-то поджег там, и оно горит. Там. <laughs> нет, это нужны, это всегда это определенные цепочки Uh -huh. Целая регуляция, внутриклеточная регуляция, на которую влияют эти препараты. Но в первую очередь они влияют на вопросы регуляции в печени. И плюс четвертый препарат, который мы очень, все время практически используем, это наш любимый куркумин. Uh -huh. Куркумин, потому что куркумин обладает колоссальными возможностями, как по регуляции жел желудочно-кишечного тракта, восстановление иммунной системы, противовирусной защиты и в антиэйджинге. Он mm -hmm. обладает колоссальными свойствами. И поэтому куркума везде, если вот все программы там по омоложению и так далее. Но у куркумы мы говорили, есть один вопрос, усвоение меньше 1%. Mm -hmm. Вот опять же Артур Федорович Лиханов нашел решение, как 100% куркумы, чтобы у вас усваивалось exactly. за 20 секунд. Вот, вот это вот направление, если это вы это делаете то тогда потихоньку, постепенно, плюс контроль, каждые три недели контроль врача, врач смотрит дозировки препаратов, и пациенты у нас очень, очень хорошо выходят. Mm -hmm. uh, На себе раз... могу сказать. Можно посмотреть полугодовые фотографии назад и сейчас. А чего же вы допустили до зайвых килограмм? Ну, было дело такое, грешен, но сейчас зато все исправил. И сейчас многие врачи у меня все так вот... Ну, правильно, потому что когда диетолог весом 140 килограмм рассказывает вам, как похудеть, то это несколько напоминает э, стоматолога с гнилыми зубами, который скажет, сейчас я вам зубы починю, приведу в порядок. Это плохо смотрится. Ну, Также и здесь, как и портной в плохо сшитом костюме будет плохо смотреться, так и врачи. Врачи должны хорошо выглядеть. И поэтому здоровье, например, у врачей в нашей клинике для меня задача номер один. Згодна. А дивіться, я знаю, що за вашими підходами, ще так само, от в цьому комплексі так, правильності схуднення, ще бажано зробити кінезіо остеокорекцію. А це теж важливий момент, це взагалі з точки зору здоров'я. Потому що якщо повище, допустим, атлант стоїть не на місці, угу. це перший позвонок, на, на чому голова наша стоїть, він такий Т-образний. Если он стоит, допустим, мышцы напряжены, давление повышенное, кардиологи назначают гипотензивные препараты, препараты и говорят, это все, да это до конца вашей жизни. Мы отправляем человека к кинезиологам, делают кинезиологическая коррекция позвоночника, там один, а то и, может быть несколько сеансов. Все, давление у человека таблет, про таблетки забыл, 120 на 70. И сколько таких было? Это вот mm -hmm. только один из аспектов, потому что неправильно Постановка позвоночника, неправильное вот, в опорно-двигательном mm -hmm. нарушение, они потом приводят к органическим нарушениям внутри органов. Поэтому это опять приводит к тому, что надо ГМП... То есть нужна и психологическая коррекция, и кинезиологическая, кинезио коррекция. mm коррекция. -hmm. Это обовязково. Ну и э, питание, которое надзвичайно так само важливо, что вот мы выбрали ось цей правильный алгоритм, пошли правильным шляхом, и вага пішла. Как э, ее втримать, как ее зафиксировать, чтобы Вы знаете, она знаете, практика показывает так. Вот когда опускаемся примерно к 10% жиру, вес прекращается падать. Mm -hmm. То есть у вас наладились все метаболические процессы, вот организм норма 10% жира, потому что жир нужен, это очень важный элемент, и кушать жир надо. Второе, вот мы в этой системе, допустим, углеводы обычно там запрещают, это безуглеводное, нет, там жир, углеводы важнейший строительный материал, кроме энергетики, это еще и важный строительный материал, ДНК наша, угу. АТФ это наша энергия, там везде сахар есть, трибоза за РНК, это важнейший строительный материал, и он нужен. А поэтому глюкозы, почему запас в организме, организм держит не только только с энергетической точки зрения, но и со строительной. Поэтому, допустим, мы углеводы не запрещаем, но единственное условие – до обеда. Вот первую половину дня вы можете есть углеводы. Потому что, кстати, жиры намного быстрее сгора... сгорают, когда есть чуть-чуть углеводов. Потому что говорят, жиры сгорают в пламени углеводов. Это есть такое выражение в медицине. Поэтому вопрос углеводов нет, отменить не надо. Не надо, конечно, там киевский торт кусками лопать. Но ну, небольшое количество углеводов, пожалуйста, на здоровье. Так, ну и, подсумовывая, скажите мне, будь ласка, чи правильно я сделала висновок из нашей сегодняшней разговора? Ну, а, За... прошу прощения, последний момент. Не забудь еще двигаться. Потому что, когда жир сгода горает, он... Ну, тут много, тут можно типа и сексом заниматься, и посмехаться, говорят тоже, когда ты посмехаешься. Нет, Никто не отменяет. Тут можно много додавать Это вопрос вот Движение. Не обязательно там можно в спортзал ходить тоже. Mm. Не надо там нагрузок. Но большие нагрузки это тоже, кстати, жизнь не продляет. Mm. Умеренные нагрузки продляют. Полное mm. безделие ограничивает <глечує> жизнь і високі нагрузки грані. А вот є середина оптимальна, вона как раз по здоровому смыслу. Поэтому 10 тисяч шагів в день желательно делать. Дивіться, чи правильно я собі зробила висновок, що зазвичай жінки, чоловіки, всі, хто намагається скинути зайві кілограми, вони починають із обмежують себе в їжі і додають якісь фізичні навантаження. А насправді треба просто піти і обстежитись? Се ще Зробити це можна завжди в клініці інтегративної медицини SmartMed. Будь ласка, записуйте номер, за яким можна записатися на консультацію на діагностику 073 503 40 30. Всі, хто сьогодні зателефонує до 18-ї години, отримає 50% знижки на повне комплексне обстеження всього організму, не тільки того, що стосується правильного схуднення, взагалі повне обстеження вашого організму. Його можна зробити. Ти у двох в одній з двох клінік: одна на вулиці Лютеранській, 16, і інша на мостицькій 9. Це житловий масив Виноградар. Інформація прозвучала на правах реклами. Я вам дякую на сьогодні. Рада рада була бачити, і рада Нам, буду бачити наступного разу. Да. Глядачам і слухачам нагадаю, що спілкувалися із Анатолієм Доровським, директором мережі клінік інтегративної медицини SmartMed, професором, доктором технічних наук, лікарем, реабілітологом та ерготерапевтом. Я дякую всім, хто дивився і слухав. До побачення.